Итак, мы ехали из Советска, едем в Неман. Там мы будем смотреть на замок. Говорят, очень красивый памятник архитектуры. Беларусь была? Какая еще Беларусь? Неман. Не знаю. Так, мы едем по Неману. В общем, только мы не знаем, где этот замок. Как его найти нам? Надо будет у кого-нибудь спросить. Я думаю, лучше всего. Так, заехали мы в Неман, как я сказал. По центральной улице едете, и тут даже сразу вывеска была. Поворот налево был. И вот этот замок Рогнит. В этом замке, если я не ошибаюсь, была тюрьма. Надо хотя бы почитать было историю. Ну-ка, сейчас глянем. Точно я вам дословно скажу. Так, ладно, смотрим на этот замок. Вот тут еще какая-то постройка историческая, видите? Заброшенная. Здесь действующее здание, здесь заброшенное. Замок Рогнит. Орденский замок крепости Рогнит. Орденская крепость в городе Немане, Калининградская область. Так, а что у него с историей-то? История? Да. Очень простая. В 1277 году деревянная на то время крепость Рогнит принадлежала пруссам, была сожжена войсками ордена. И спустя некоторое время сюда с расширением целью влияния христианства уже прибывает ладмейстер Манхарт фон Кверфурт. Основывает крепость, которая сначала называлась Ландесхут. А потом уже в 1326 году ее переименовали в Рогнит. Нет, смотри, самое что главное. С 1825 года в замке располагалась восточно-прусская тюрьма, находившаяся в нем вплоть до 1945 года. А во время Второй мировой войны замок получил значительные повреждения и был заброшен. Степень разрушенности крепости на момент 1957 года запечатлена в фотоархивах Института архитектуры и строительства Каунанского технологического университета. Ну, то есть тюрьма была, вот смотрите, ее разбомбили. А тут, кстати, снимался фильм «12 дней без войны», да? В 1976 году. Угу. Видно, что это, наверное, следы на нем. А потом снимали кинофильм «Солдат и слон» в 1977 году. «Солдат и слон»? Да. А вот в эту часть сейчас зайдем. Ну, если честно говоря, вот я не люблю смотреть на полуразрушенные здания, руины такие. Лучше смотреть что-то такое живое, красивое, чтобы можно было это лицезреть. Тюрьма полуразрушенная, видно, черная горела, наверное. Полыхало все. Обошел я этот замок Неман. Смотрите, какая стена толстая. Кладка кирпичная хорошая такая. Но это уже кирпич такой, знаете, раритетный. Его можно собирать и у себя дома стену декоративную делать. О, нет. Ноги не переломать себе. Так что вот так. Сейчас обойдем, попробуем попасть внутрь. Замок Неман. Как-то тут люди же должны ходить. Мне кажется, туда попадать. Ну да, представляете, тюрьма была какая большая, мощная. Тут даже дверь какая-то есть.
Тут я себе, наверное, там сделал кладовочку. Чебуречная, толпаки. В общем, вообще супер чебуречная. Я думаю, Леша, Саша не знают, потому что они тоже ехали по этой дороге. Чебурек, ну, вот такой вот чебурек, вот такой вот. 100 рублей. Ну, вообще, и с курочкой, и с сыром, и чувствуется, что фарш прям вот прям... Или там со свининкой есть, и с говядинкой. Двойная свинина. Да, вот смотрите, вот чебуречная, вообще вкусная. Я думала, мы не удержимся и закажем еще по одному, но решили, что все-таки да. фигура. Людей отбою нет вообще. Да. Тут все, и парковочка у них есть. Так очень что, кто интересно. Будет проезжать мимо, можете заехать, перекусить чебуречек с кофеечком. Да, выпить. Получается, по правой стороне сюрприз. И вот по левой чебуречная... Толпаки, да. И кофе, кстати, очень вкусный. И даже вот нам на десерт. На десертик. Яблоки. Это чипсы. Чипсы. Полезный хруст без сахара называется. Мама, что, это... баба Вера? Наручники? Яблоко. Какие еще наручники? Ой, это не у наушники. 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 Наручники с наушниками перепутала. Смотри, какой дом. Немецкие дома, видишь, немецкие дома? Еще сохранились, у них вот такие супер. Высокие крыши большие, под острым углом таким. И небо здесь такое же прекрасное, как и в Сургуте. Потом, что? Хорошо. В Сургуте очень красивое небо летом. Я думала, что такого неба нет нигде. Но когда мы вчера побывали на закате, у моря, это просто было восхитительно, я в Инстаграм уже выставила фоточку без фильтров и обработок, и сейчас мы уже едем, время начала 7-го, и закат, он прекрасен, столько цветовых всяких вариаций. Да. Посмотрите, вот с этой стороны, допустим, фиолетовый, розовый, серенький, с этой более темные варианты в этом же, ну, как бы в этом же исполнении, только более темный вариант. Ну, вообще, небом только любоваться. Я думаю, что мы сейчас поедем встречать закат на море, в Зеленоградск. Да, едем. Чего у нас машина? Мы мобильные, куда хотим, туда едем. Да. Мы можем весь Калининград объехать за 2 недели. И, кстати... Хорошо. В описании оставим ссылочку, где мы брали машину. Мне очень понравилось, во-первых, оперативность ребят. Нам подобрали машину. Больше 7 дней, если берешь в аренду, там идет скидка. Довольно-таки хорошая скидка. У них хорошие условия в плане страховка, не страховка. В общем, если вас кто-либо чиркает, то... Ну, или если вы не виноваты там в каком-то ДТП происшествии, то, естественно, с вас ничего не берется. И залог у них всего лишь 5000. В общем, мне просто понравилось. Я решила, что мы не будем брать, допустим, на Авито, кто-то там, чтобы не иметь никаких проблем. Поэтому мы обратились в фирму, нам все объяснили, рассказали. Мы довольны. И, кстати, подписывайтесь на Инстаграм Виктории, там много всего интересного, там фоточки всякие разные. Морских. Да, с красивым небом, с видами Калининграда. И очень много сториз сейчас у нас. Именно здесь вы видите влог, допустим, ну, вы его увидите уже через, мне кажется, дня 3-4, может быть, через неделю. А у меня в сторисах всегда происходит все быстрее. То есть тот день, куда мы куда-либо едем, в тот же день я и снимаю, у меня появляется видео. Фотографии, конечно, не так быстро, но все же. Поедем на море. Ребята, сейчас по пути поедем на море. А знаете, и подписывайтесь даже в
тоже, да, пап? Угу. И да, на мой канал. Да. Ну, в общем, можете полюбоваться небом. Смотри, как красиво. Так, мы в Зеленоградске. Погода что-то испортилась, как-то ветер подул, холодно стало с моря. Балтийское море все-таки такое холодное. Это не Анапа, не Сочи вам. Но песочек, я смотрю, классный, мелкий-мелкий такой, видно отсюда. Берег хороший, здесь можно купаться, кстати, спокойно заходить. Сейчас, не знаю, чуть погуляем здесь и поедем домой, наверное, на сегодня хватит уже поездок с нас. Будем отдыхать. Девчонки вон спортом занимаются чуть. Вик, держи Веру. Хорошо. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, беги. Беги. Давай еще раз. Давай сюда, так. Сюда, ставь, иди сюда, Вера, сюда. И ставь сюда, тапочки.